Значит, то, что я сказал в своем предыдущем выступлении на эту тему, позволяет мне попробовать продлить, развить утверждения древних, которые говорили. Первое, в данном случае энергия, породила второе, в данном случае информацию. Информация скомпатизировала, придала форму энергии, и родили они материю, а втроем они породили весь мир. Значит, мы с вами дошли до предыдущего выступления, до того момента, что про бесконечность, как бы среда, о которой мы говорим, и так далее, разделились на три слоя: пространство, задающие, поддерживающие эволюцию, дающие ей направление, дающие ей свободу, возвышение и единение. Нулевой слой остался в виде бесформенной, неконтифицированной бесконечности и энергоэссенции вакуума. После выделения второго слоя энергоплотность его осталась все равно колоссальной. Ну, без модуля 10^38 степени джоуля на метр кубический. Это значит, 1,5 кубика хватило бы на материальную, на энергии этой хватило бы на создание новой Вселенной, такой же, как мы имеем в настоящее время. И нулевой латентной материя масса плотностью. Этот слой является, с одной стороны, энергетическим резервуаром существования и развития мироздания, это темная энергия по представлениям современной науки, и достаточно нейтральным местом пребывания объекта Вселенной. Далее первый слой представляет собой океан Торсинформум правой и левой киральности и тотальную сеть СС-геодезических, шагом во все стороны 10-17 метра. Вот это когда начала материя компатизироваться под действием информации, придания ей формы, то она начала расслаиваться и расползаться, слои скручивая, слои расползаться по 10^5 степени направления. Я модуль отбрасываю. Значит, и оборвалась она, то есть скручивание прекратилось. Это все расчетами подтверждено, и это на расстоянии 10-17 степени метра. Это направление. Вот здесь, по этим 10-50 степени направлений, значит, образовались, ну, то, что мы знаем сейчас под названием черные дыры. Значит, эти черные дыры, конечно, не обладают теми свойствами, которые им приписывают, поглощение всеобщего, отсутствие горизонта и так далее, наоборот, они испускают, ну, Хокинг сейчас это признал, что они испускают материю. Значит, и они являются материальным источником. Если нулевой слой дает энергию всей Вселенной, то вот черные дыры, испуская энергию, порождают все объекты. Ну, они породили и порождают, продолжают порождать, пополняют материальные, так сказать, эти. А торсинформы, они представляет собой с левой и правой киральности, значит, определенные монополии, у них скорость 10^45 степени С. То есть они, скорость нашей Вселенной, которую мы уже успели как-то обозначить, им на 1.5 секунды пробегания. Они обеспечивают материальное единство Вселенной развития, материальное единство Вселенной развития, обеспечивают вот эти нелокальные связи, о которых мы говорили, и так далее, и так далее. Значит, тот, кто будет читать статью, увидит, что дальше я прилагаю расчеты, которые показывают, что значит,
ни масса, ни заряды, ни другие агенты, вернее, участники, которые сейчас во взаимодействиях участвуют, являются на самом деле не участниками, они не обладают ни источником, ну скажем, масса, она не является источником гравитационного, на самом деле, гравитонно-электрического поля и взаимодействия, она лишь их объект и индуктор. Точно так же это относится и к заряду, и там вот в этих расчетах многократно не только подтверждено это, но и вскрыта физическая составляющая, что же это. Мне кажется, что на данном этапе наиболее важным, ну и интересным для нас является третий слой. Третий слой представляет собой единое энергоинформационное поле Вселенной. Вот его мы ощущаем, когда там пытаемся различные опыты проводить и так далее. Оно протянуто по всем направлениям, вот таким протянуты нейтринные геодезические, из нейтрино. Вот почему нейтрино мы не замечаем? Мы придали ему способность проходить сквозь Землю, сквозь Солнце, сквозь кого угодно и это. На самом деле это не поэтому. На самом деле потому, что они, как только появляются в свободном состоянии, они немедленно встраиваются в нейтринные геодезические. Их тогда уже незаметны действительно становятся. Вокруг на нейтрино геодезические одеты способом, который тоже описан там подробно и вскрыта форма эта, одеты гравитоны, а на гравитонах едут фотоны. Вот такая тройная система, значит, расстояние между вот этими по всем направлениям составляет 10^-14 степени метра. Это тоже рассчитано и доказано там. Я сейчас, время не позволяет, так сказать, останавливаться на механизме расчета, так сказать, это. Значит, что представляет вот эти три составляющих единого инерционного поля? Во-первых, тут два вопроса. Вот, скажем, проблема корпускулярно-волнового дуализма разрешается при рассмотрении двух взаимосвязанных вопросов. Ансамбль гироскопного строения нейтрино, гравитонов и фотонов и особенности их взаимодействия в едином инерционном поле. И механизм взаимодействия самого поля и его составляющих с электронными нуклонами. Я хочу сразу подчеркнуть, что не бывает полей без агентов. Не бывает полей без агентов. Просто мы их не знаем и не видим пока, некоторых агентов. Значит, мы только одного агента обозначиваем все время в электромагнитном взаимодействии, фотон, при этом не замечая, что мы этому агенту придаем способности, которые он не обладает, по нашему же мнению. Он не обладает массой покоя, он не обладает зарядом, он не сразу находит скорость. Ну, в общем, перечислять парадоксы фотона можно много времени. Значит, нейтрино, гравитоны и фотоны представляют собой гироскопы домена ансамбля. Тут просчитано, сколько в нейтрине нейтринчиков, сколько в гравитоне гравитончиков и сколько в фотоне фотончиков, ну, фотофанонов я их называю. Эти квазичастицы современная наука числит под общим названием фаноны. Последние представляют собой квазимагнитные монополии правой или левой киральности, не обладающие сами по себе ни орбитальным, ни поступательным, а только осевым вращением, и, соответственно, способностью к магнитно-торсионному сцеплению и вытекающей из этого консервации тепловой энергии, а также способностью в сцепленном состоянии двигаться по мебиусообразным орбитам внутри домена ансамбля, обретая таким образом свойства гироскопа. В свободном состоянии фотоны латентно-виртуальны. Фаноны латентно-виртуальны.
За счет этого сцепления и приобретения таким образом свойств доменного ансамбля гироскопов правой орбитальной киральности у гравитонов и левой орбитальной киральности у фотонов, той и другой осевой киральности у нейтринных геодезических складывается топология единого энергоинформационного поля. Рассмотрим каждую составляющую этого поля и какую роль кто выполняет. Нейтрино геодезические и нейтрино в них выполняют следующую роль – проводников, акцепторов и доноров энергии и направляющих индукторов нелокальных связей, направляющих и поддерживающих осей для потоков гравитонов. Ну вот когда мы слушали слесаря, господина Слесарева о этом, он много раз говорил о водородной сетке. Так вот эта водородная сетка, потому проявляется это, потому что у водорода нет нейтрона. Он сидит на нейтринных геодезических. И вот это является отражением, водородная сетка является отражением нейтринных геодезических. Он легко меняет свое месторасположение, перескакивая с одной нейтринной геодезической на другую. И таким образом водородная сетка может приобретать или стабильный, или такой характер нестабильный. И таким образом вода может иметь до 700 структур, так сказать, в этом самом. Ну, это нам известно, может, она и больше имеет. Следующая роль нейтринных геодезических – это направляющий, поддерживающий осей для потоков гравитонов. Следующее – осик субъядер для нейтронов и источников энергопитания последних. То есть нейтроны получают питание в своем существовании из нейтринных геодезических. И аккумуляторов, поглотителей свободных нейтрино и антинейтрино, выделяемых при распаде нейтронов и других частиц, а также при реакциях в звездах. Именно последний является главным фактором неуловимости нейтрино, наряду с огромной проникающей способностью этого. Их практически нет в свободном состоянии. Гравитоны. Гравитоны, мчась во все стороны по нейтринным геодезическим, на которые они одеты, мебиусоподобными восьмерками, отвечают за следующие функции. Обеспечивают гравитационный потенциал и энергоподзарядку, обходя каждый нуклон и соприкасаясь на мгновение с ним. Таким образом, они обеспечивают существование нуклонов. Совместно с фотонами передают электромагнитное напряжение и электрический ток. Ну, я на прошлом этом говорил, мы же вот как-то не это самое. Электрический ток бежит со скоростью света, а его носитель, на наш взгляд носитель, электроны, бегут со скоростью миллиметров в секунду, а он со скоростью 300 тысяч километров в секунду бежит. Несопоставимое. С торсинформами и нейтринными геодезическими обеспечивают нелокальные связи Вселенной. Совместно с фотонами в основном и нейтрино очень незначительно обеспечивают термоторсионный и магнитотермодинамический потенциал ЕИП и создают первую космологическую постоянную. Значит, вот работа позволила найти две космологических постоянные, которые в каждой точке Вселенной присутствуют и расположены перпендикулярно друг к другу, только одна в 97,4 раза больше, чем вторая. И они вдвоем обеспечивают тотальное вращение и тотальную цикличность. Расчет космологических постоянных тоже там укрупненно приведен. Значит, вот и единое энергоинформационное поле, оно создает в нашем физическом мире одновременно 6 физических миров. Мы их считаем одним физическим миром, и, например, силу там, значит, это ампер, значит, и ньютон, значит, определяем, хотя и ампер, и ньютон – это вообще-то силы, но силы в разных физических мирах. Один в электромагнитном, другой в гравитонно-электрическом мире. Значит, мне уже удалось тут в работе три этих мира раскрыты по своим параметрам. Сейчас удалось мне четвертый мир и подобраться к пятому миру. Шестой мир пока не получается у меня.
Но вот опыт массодинамического взаимодействия, который нам демонстрировали итоги, он показывает вот этот, на этот шестой мир и показывает на его агента. Так как гравитоны и фотоны представляют собой мебиусоподобные домены ансамбли, сложные вихри, замкнутые сами на себя, в которых каждая составляющая, графифонон или фотофонон, располагает всей полнотой информации о домене-комплексе, то они представляют собой и корпускулярные, и волнообразные, в зависимости от способа воздействия на них, измерительного комплекса, а могут и так одновременно. Значит, продолжу по гравитонам. Они являются лошадками для фотонов. Фотон не имеет поступательной скорости. Он ее приобретает только за счет того, что он всегда едет на гравитоне. И за счет этого у него мгновенно, при, например, отражении, он мгновенно обретает скорость света, мгновенно, без всяких промежутков, без всяких ускорений. Он мгновенно при рождении обретает скорость света. И много-много других факторов, которые сейчас непонятны в фотоне, они легко объясняются, значит, при такой схеме взаимодействия. И гравитоны создают магнитное поле, являются его агентом. В свободно-магнетрино гидрическом виде гравитонов нет. Размеры гравитонов пока неуловимы для наших приборов, хотя они рассчитаны, значит, рассчитаны в моей работе, ну, достаточно много параметров. Вот то, что создана таблица перевода всех физических единиц к одному, и то, что мир находится в теснейшей взаимосвязи всей его, так сказать, эти, позволяет любому из нас, имея один параметр любой частицы, легко, свободно в течение часа найти все остальные параметры, без всяких сложных расчетов. Причем находятся эти параметры с точностью до 12 знака после запятой. Кстати, вот это первая работа появилась 20 лет назад, там почти было все, так сказать, правильно, так сказать, это, но оказалось, там я считал до 9 знака после запятой, и оказалось, что этого недостаточно. Некоторые взаимосвязи теряются при этом, очевидно, накапливается ошибка и теряется. Надо как минимум считать до 12 знака после запятой. И фотоны. Фотоны, последняя составляющая единого поля, имеет лишь осевое вращение фанончиков и орбитальное вращение левой киральности, их домена ансамбля гироскопа, и выполняет следующие функции, совмещая их. Совместно с гравитонами создают электромагнитный поток и поле. Совместно с гравитонами и в основном и нейтрино обеспечивают термотрансионный и магнитодинамический потенциал ЕИП единого инерционного поля и создают вторую космологическую константу, которая, я как говорил, уже в 97 раз меньше той, которая создают гравитоны. Эта космологическая константа всегда в любой точке перпендикулярна первой космологической константе, является также скаляром, отражающим прошедшее расслоение пространства бесформенного во всех направлениях и последующее их сворачивание слоев в СС-геодезические. Эти две космологические константы по-разному совокупно воздействуют с частицами, испускаемые СС-геодезическими, черными дырами. Во-первых, сформировали весь материальный мир и поддерживают его эволюцию. Во-вторых, обеспечили его атомное однообразие, единство материального мира и последующее расширение отбора, развитие и единение на основе свободы, возвышения и соревнования, а также тотальное вращение всего и всея во Вселенной, тотальную цикличность. Вернемся еще раз к фотону.
Итак, фотон и гравитон тоже замкнут сам на себя, вследствие чего, во-первых, его все составляющие фотофаноны располагают информацией обо всем фотоне, во-вторых, при столкновении с экраном он редуцируется одним из фотофанонов, как частица, проявляющая энергию и массу всего фотона, а при прохождении через отверстие или щель его объемная топология проявляет себя как волна. Длина волны определяется количеством фотофанонов в фотоне. Соответственно, фотон и его лошадка гравитон представляют собой электрический диполь, совокупность которых в их движении по электрически нейтральным нейтринным энергетическим сплетает тотальную первичную эпигенетическую организационную сеть энергопатен, как содержание, а структура, топология этой сети и механизм взаимодействия трех составляющих между собой является тотальным первично-генетическим информархетипом, первоформой, тотальной целеформосвязью. Наглядным, правда, несколько односторонним, но достаточно комплексным их совместным отражением является вода. Ее изменчивая аж сетка, принимающая зависимое взаимодействие с полями и материальными образованиями, а также температурным уровнем, различные формы состояния. Ну, чем это вызвано, я уже говорил. Таким же отражением единого информационного поля является кластерное сотовое строение всей Вселенной. Вся Вселенная тоже так же построена. Непонимание строения и структуры микрочастиц и частиц также, и механизма их взаимодействия с окружающим миром приводит к удручающему мистическому выводу о том, цитирую, «волновые и корпускулярные свойства никогда не существуют одновременно. Понятие микрообъект и также другие элементарные физические понятия имеют таким образом два противоречивых аспекта, к которым нужно обращаться по очереди, чтобы объяснить все его свойства». Ну, теперь это легко снимается. Можно считать и место пребывания, и другие параметры частицы достаточно легко. В реальности не бывает бесконечно малых или бесконечно больших дискретностей, даже в латентно-дискретном многообразии. Бесконечно малыми или бесконечно большими могут быть только непрерывные сплошные многообразия. Таким многообразием является энергия и информация вне их континуума, когда они взяты в чистоте. В мироздании такое существует либо в виде нулевого слоя энергоэссенции физического вакуума, или бесформенной неквантифицированной бесконечности, лишенной информации, информационной связи, либо в виде абстрактных математик и геометрии, без реальной привязки к горизонту событий, то есть полностью лишенных энергии. Отсюда вытекает полная иллюзорность, принципиальная невозможность различного рода сингулярности, инфляций, больших взрывов, реальных полей без агентов, то есть математика геометрических и логических вычислений, полностью утерявших физику как таковую. Ну вот в приложениях 7 и 8 я попытался, так сказать, сделать философское обобщение всего сказанного. Насколько это мне удалось, я не буду сейчас, так сказать, комментировать это дело, потому что это в определенном смысле переключение, как говорится, это второе, оно требует, безусловно, каждому из этих участников обдумывания и, так сказать, это. Единственное, что я хочу сказать, что реальные природные основания метафизики и веры заключаются не в том, что проповедовал Энгельс, что это взрывы там
и грозы запугали людей. А в реальном, тотальном, всеобъемлющем, всепроникающем, всенаправляющем, всеподдерживающем воздействии на материальный мир во всем его дискретном многообразии и на все его отражения, трехслойного, бесконечно-вечного пространства, оказывающего на привычный нам материальный мир всестороннее влияние, основные аспекты которого заключаются в следующем. Ну, я частично их уже затронул, но тем не менее кое-что повторю. В общем, постоянно энергетическое, из энергоэссенции нулевого слоя, в основном через фаноны, материальное из первого слоя, из эзотерических или черных дыр, в основном через единое энергетическое поле, и информационное, то есть подпитка идет по трем направлениям постоянная. За счет энергии, за счет материальной составляющей и за счет информационной составляющей. Все три составляющих эти вот в нашей среде существуют, и они все время поддерживают нас, весь мир наш материальный, его существование и эволюции. Одновременное функционирование шести физических миров – термоторсионного, магнитотермодинамического, электромагнитного, гравитонно-электрического, информационно-гравитонного и торсионно-информационного. Ну вот торсионно-информационный пытается Шипов найти эти. Конечно, математика у него на высочайшем уровне, недоступном нам, простым смертным. А вот физикой пока у него, так сказать, это я с ним неоднократно встречался, беседовал, значит, и внятных ответов, что же скрывается за торсионом, так и не получил. И что скрывается за физическим вакуумом. Если вы правильно меня поняли, то я как раз пытаюсь вот расшифровать составляющие этого физического вакуума. Значит, а он оказался, с одной стороны, гораздо более простым, чем представляется современным физикам, с другой стороны, гораздо более сложным, чем, так сказать, кажется с первого взгляда. Поддержание двух тотальных космологических членов, констант Скаляров, обеспечивающих тотальную цикличность и вращение, как единый квант взаимодействия. Значит, вот в работах этой, в основном предыдущих работах, вскрыты размеры квантов и субквантов, вот этих фанонов, размеры и параметры другие, не только размеры, энергия и другие параметры, их время цикла каждого этого и так далее, и так далее. Совместно три слоя пространства создают единую тотальную эпигенетическую организационную сеть, фрактальный энергопаттерн и информ-целеформа-структуру, голографический информархетип, незримо, но твердо формирующий расширяющийся конус единой мировой связи, то есть увеличивающий плюрализм бытия, и свободу, значит, это. Вот отсюда вытекают универсальные законы и критерии. Это вот их не так много. Значит, и основным законом, который все диктует и все определяет, и ради чего Вселенная родила человека как точку роста, значит, это является закон сохранения. Вселенная пытается сохранить себя в новом качестве и ищет пути снижения энтропии. Снижение энтропии, ведь это не потеря энергии. Энтропия – это ухудшение качества энергии. Значит, и вот Вселенная ищет пути, и вот нашла в виде человека, так сказать, решение вопроса этого. Ну, дальше еще, так сказать, будет это. То есть развитие, эволюционное развитие, оно вот, видите, вот это, на этой модели я попытался расшифровать его. Значит, видите, все время расширяется свобода, то есть плюрализм бытия, и все время
сужается, так сказать, эти. И вот сужается линия единой мировой связи. Вот здесь вот как бы немножко плоскостно, но вскрыты две спирали. Спираль Гейля-Энгельса, расширяющаяся спираль, и спираль Рифата-Абдеева, который сужающаяся спираль. Причем вот в отличие от Рифата, то есть это первая спираль, это энергоматериальная спираль, а вторая информационная материальная спираль. Значит, причем вот Рифат Абдеев не додумался, он ее рассматривал тоже это, а оказалось, что вот эта вторая спираль, сворачивание, она происходит мгновенно. Ну, мгновенно условно, конечно, это так сказать, это, но мгновенно относительно того темпа времени, который был в каком-то это. Это вот эра абсолютного вакуума, это эра вакуума стационарных точек, это зарождение материи в таком более современном мире, это эра зарождения жизни, и, наконец, вверху только один, так сказать, этот, это развитие воля духовного вакуума, то есть развитие жизни уже в таком человеческом аспекте, в человеческой точке. Там только каждая эра состоит, каждый вакуум состоит из 4 эр, и в каждой эре 6 ритмов. Все это задано первично вот эпигенетической структурой и эпигенетической энергоформой, значит, первичными, которые мягко ведут нас по линии эволюции. Ключевым моментом, проясняющим решающую эволюционную и стабилизирующую роль фрактального энергопаттерна как энергосодержания и голографического информархетипа как форма целесвязи, является понимание, с одной стороны, механизмов, обуславливающих направление развития и эволюционный отбор, а с другой – показывающий механизм спонтанного возникновения качественного нового – от атомов до НЛО и паранормальных способностей. При этом, очевидно, следует подразделять несколько уровней возникновения качества, в том числе качество на основе простого количественного изменения, к примеру, переход электрона в атоме с орбиты на орбиту за счет поглощения или спускания фотона, эмерджентного качественного изменения, приводящего к усилению природных способностей объектов, к примеру, появлению органов зрения, слуха и так далее. Такие изменения происходят на стыке эволюционных ритмов. Ну вот здесь видно, что на каждом вот при переходе от одного вакуума к другому появлялись, так сказать, эти. И, наконец, самые глобальные трансэмерджентные качественные эволюционные взрывы проходят в эволюционных переходах от одного вида вакуума к другому. Они отмечены появлением материи и движения, пространства и времени, атомов и материальной вселенной, жизни человека. Очень интересным, на мой взгляд, и перспективным для обсуждения является то обстоятельство, что именно моменты образования нового качества являются реперными точками обретения им качеством конкретных количественных параметров. Это достигается тем, что именно в точках квантовых скачков достигается минимум энтропии за счет оптимума единения и борьбы. То есть, как утверждал почти 600 лет Николай Кузанский, гармония есть сопряжение единства и различия. Исходя из этого и принципа Ферма, Лейбниц, Бернули, де Мамертон сформулировали принцип наименьшего минимального действия, который отражает приведение сложной нелинейной динамики системы взаимодействия того или иного объекта материального мира со всеми составляющими трехслойного пространства к минимуму энтропии.
Постоянные попытки приведения метафизики, физики и других наук к всеобщему обобщению на основе логики делает философия. При этом и логика, и философия сейчас занимает место теперешнего геометро-математического аспекта в физике. И вследствие своей дискретности и собственной онтологии, у логики тоже есть онтология своя, которая уходит далеко в сторону от реальности и уводит, следовательно, и философию, так как не может охватить эмержентные скачки, квантовые переходы качества вот этих четырех различных эволюционных типов. Философия, претендуя на роль учения о всеобщих законах природы, об общеобществе и мышления, скована парадигмами мироустройства, сложившимися понятиями – бытие, субстанция, материя, пространство, время, энергия, движение, часть и целое и так далее, к сожалению, не вполне отвечающим реальности. На это накладывается отражение современных геометро-математических кривых зеркал, они действительно кривые зеркала, а также жесткая логика частных философских обобщений трех всеобщих принципов – отбора, развития и единения, выросших из трех видов природной относительности и нашедших в человеке и человеческом обществе свои, на сегодня высшие воплощения в понятиях свободы, возвышения и единения через соревнования. В совокупности это приводит к тому, что философия не может перейти за границы, с одной стороны, диалектики Демокрита, Сократа, Аристотеля, Бекона, Спинозы, Гегеля, Маркса и Ленина, а с другой – триалектики тринитаризма – Гермеса Трисмегистита, Параменида, Пифагора, Платона, Лейбница, Налимова и их же с ними, которые, к сожалению, однобоко сконцентрировались. Диалектика на борьбе и отборе, триалектика на единстве и единении. В то время как эти три принципа надо рассматривать в комплексе. И диалектика, и тринитаризм таким образом полностью или частично упускают, с одной стороны, развитие, возвышение, качественную эмержентность, возникающую от превходящих слабых незаметных факторов, а с другой теряют фактор совокупности взаимодействия не только принципов отбора единения, но и всего массива эгрегоров единой мировой связи, потому что их накопилось очень много, и они, безусловно, оказывают колоссальное влияние, не выходя, конечно, за рамки определенные единым эволюционным полем, но тем не менее расширяя свободу понимания и свободу реализации, актуализации. То есть в перечне основных вопросов познания истины, поставленных мирозданием перед человеком, откуда или что, куда, как и зачем, метафизика отвечает, пытается, вернее, ответить на вопросы «куда» и «зачем». Физика в основном на «как» отвечает. Вот как еще получается, а откуда, куда, зачем. Это космология в основном «откуда» пытается, а философия «как» и «зачем» пытается ответить. На вопрос Эйнштейна, который дополнял этот перечень, почему, ответ автоматически получается вообще-то как промежуточный, если мы рассмотрим их, рассматривать будем и этот вопрос в комплексе, как все четыре, так сказать, это. Вот применение скрытых, так сказать, закономерностей и законов, можно отметить, что становится более понятным ряд важных особенностей строения организма человека, его функциональных асимметрий, механизма его мышления, направления путей его дальнейшего развития. В частности, уточнилось, что процесс мышления не только и не столько отражение взаимодействия мозга с единым эволюционным полем, сколько его симметрично-асимметричное взаимодействие с торсинформами, гравитонами и фотофанонами, а также нейтринными геодезическими. Правокиральные торсинформы, направляемые гравитонами, имеющими ту же киральность, более активно взаимодействуют с левым полушарием мозга, отвечая за пространство, формируя речь, логику, математику и абстракции, планирование, индивидуальное время человека и опосредованное будущее. В то же время левокиральные трансформы совместно со свободными левокиральными фотофанонами и нейтрино более активно взаимодействуют с правым полушарием мозга и
Это взаимодействие имеет более сложный характер, отвечает за время, образы, гармонию, интуицию, формируя многомерное, индивидуальное, эгоцентрическое пространство человека и опосредуя через него пространство внешнего мира, от образов до видений, от эмоций до интуитивных прорывов в науке и технике. Определилось, что функциональная асимметрия мозга человека – это эволюционная ступень развития информационного континуума в его пространственно-временном выражении, путь достижения им минимума энтропии, развития генэнтропийных процессов. Я вот так много думаю над тем, а что же за человеком, так сказать, прихожу к мнению, что путь лежит через вхождение, нахождение путей, вхождение каждого из нас прямое взаимодействие с единым информационным полем. Сейчас оно у нас такое опосредованное, так сказать, это. Ну, некоторые паранормальные люди, отдельные элементы этого входят в прямое взаимодействие. Я вот некоторым говорил, значит, ну вот скажем, вот три формулы, которые, так сказать, эти. Я много работал, так сказать, это, а ничего не получалось. Потом проснулся и записал эти формулы, причем никаким образом не выводя их, просто записал и все. А потом уже начал расшифровывать с точки зрения их применения. И это. Вот такой метод это мне подарила судьба, как говорится, насколько она правильно и эффективно покажет жизнь. Эмержентное интуитивное решение находится человеком тогда, когда в мозгу выключен принцип исключенного третьего, загоняющий наше мышление двухпозиционный логический капкан, когда суперпозиция возможных решений резко калейдоскопично возрастает, а внезапный инсайт между «да» и «нет», вызванный зачастую неизвестным и неощущаемым импульсом, дает верный логически недетерминированный ответ. Ну, я пример привел свой личный. Эволюционный процесс проходит и идет циклично, проходя 4 фазы по 6 прерывистых ритмов в каждой фазе, рождая новый вид взаимодействия и новые таксоны реальности его использующих. В конце каждого гиперцикла, включающего все 4 фазы, возникает новый мир реальности, новый вакуум. Эволюция происходит на основе развивающего организма, тотального принципа самосохранения и генэнтропии под тройным прессом внешних условий природной и социальной среды, комплекса свобод всеобщих и локальных эгрегоров, в том числе всеобщей эпигенетической ориентационной энергосети, фрактального энергопаттерна, интепоральной и целеформы, голографического информатипа, составляющего ЕИ, двух космологических членов скаляров и ряда других. И, наконец, совокупности взаимодействия трех троек, трех видов всеобщей относительности, трех всеобщих принципов и трех всеобщих психологических законов. По мере эволюции тройной пресс среды, сети, структуры и трех по три тотальных относительностей принципов законов возрастает, создавая все сужающийся канал эволюции, ускоряющийся темп, сужая фронт эволюции, сокращая количество точек роста и расширяя, укрепляя единую мировую связь. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что, ну, если вспомнить Кембрийский взрыв, когда родилось сразу миллиарды новых видов, они дальше шли, только уменьшаясь количество. Было 6 тысяч видов обезьян, осталось 120 видов. Было, так сказать, другие там виды эти, некоторые вообще исчезли, так сказать, это и так далее. То есть идет отбор, и осталась вот одна точка роста. Мы отделились от шимпанзе там 6 миллионов лет назад разделились, но шимпанзе не развилась после этого ни на йоту. Почему? Потому что мироздание, находя точку роста, сосредотачивается только на ней. Дальше она, остальные виды она как бы дает на свободное плавание, а свободное плавание оно ведет, значит, неэволюционный вид получается. При этом надо понимать, что равномерность, определенная линейность действий каждого из вычисленных факторов эволюции в совокупности порождает линейную динамику эволюции в целом, ее прерывистую скачкообразность, упорядоченную цикличностью,
которые нарушают природные катастрофы, а сейчас еще и антропогенный фактор. Видимое в настоящее время якобы, в кавычках я ставлю, истощение энергии эволюции является на самом деле, с одной стороны, сосредоточением ее энергии на точке роста, в нашем случае на человеке и человечества, и созданным ранее огромным запасом адаптационных резервов, заключенных в точке роста, которые необходимо раскрыть и использовать для перехода на следующий эволюционный уровень. А с другой – следствием кристаллизации точки роста в единственном на сегодня воплощении и практически полной остановке эволюционных процессов по остальным направлениям и таксонам. Очевидно, следует ожидать следующего закономерного эволюционного всплеска на основе массовой перечеканки на несколько типов людей, вызванной, точнее, провоцируемой освоением космоса и глубин океана, то есть экзогенными факторами длительного однотонного воздействия, а также более полным ускоренным развитием адаптивных человеческих возможностей за счет установления прямых контактов людей с единым информационным полем, так и за счет развития производительных сил до уровня андроидов. И эндогенные, и экзогенные факторы будут действовать совокупно, однозначно, слаженно на различных участках и этапах перечеканки человечества, в результате чего мы получим достаточную палитру нового. Многократные попытки прямой перечеканки с помощью различных религий, построения коммунизма и так и тому подобное, пока не привели к реальным результатам по достижению духовной общности и целостности на основе раскрытия индивидуальной, имманентной человеку, как виду способности креативного целеположения и восприятия всех его адаптивных резервов. Ну, значит, я хочу еще обратить ваше внимание, прежде чем перейти к вопросам, что же было в конце концов открыто и какие практическое приложение вот сделанного возможно и уже частично осуществляется. Я хочу обратить ваше внимание на ряд вопросов. Первый вопрос. Вот я всем рекомендую прочесть и по возможности изучить новую алгебру, которую создал наш российский математик Юрченко. Значит, он преподаватель Бауманки был, значит, и в 90-е годы он умер от дистрофии, потому что не смог приспособиться клятым 90-м. Значит, но он создал одну книгу, написал всего, и создал новую алгебру, алгебру живых систем. Значит, я считаю, оцениваю ее сверхвысоко, по существу изучение этой работы дало мне практические направления во многих, так сказать, этих самых. Это позволит вот, применение, скажем, формул алгебры живых систем, позволит проводить строгую перспективную оценку антропогенных эволюционных факторов и своевременно их корректировать. А с другой – начать целенаправленное управление информационным фактором эволюции, что опять-таки, с одной стороны, представляет потенциальную огромную угрозу в условиях тотальной глобализации, без систем противовесов, которую, на мой взгляд, должна создать тотальная кооперация снизу и тотальная опосредованная коллективизация сверху, а также сверхмощное реактивное гражданское общество, о котором я говорил, значит, в предыдущем докладе. Теперь я хотел бы на двух вопросах. Вот это краткий перечень открытий энергоинформизма и субстанционально-трансцендентального полилектики, которые я пытаюсь создать. Значит, вот видите, три формулы. Расчет 102 реперных точек эволюции от абсолютного акуба до появления живого. При этом, вот когда расчет осуществлялся, то выскакивало 32 тысячи. Вот те частицы, которые открывают, но они частицы, условно назвать их, они частицы резонанса.
То есть они появляются и сразу исчезают. Вот 32 тысячи возможных вариантов оказалось этих частиц. Так что еще наука, если она будет идти таким путем, путем строительства баков и так далее, то ей еще много предстоит открывать новых частиц. Значит, это. Создана таблица перевода приведения всех физических единиц к единому параметру скорости. Найдены величины двух космологических членов. Ну, по трем слоям пространства, их роли и механизмах эволюции написано. Расшифрована топология и структура и механизмы. Установлен точный физический смысл содержания массы, заряда, энергии, пространства, времени, напряжения, сопротивления, силы, энтропии. Шесть физических миров, ну вот в частности тут вот подчеркивается, что масса, магнит, электрический заряд не имеют и не излучают какого бы ни было поля, гравитонного, магнитного, электрического. А эти поля образуются при взаимодействии этих объектов массы, магнитоэлектрического поля с единым инерционным полем и представляет собой различные изменения топологии и интенсивности составляющих последнего. Точно так же и мозг, и тело биологических объектов ничего не случают и никаких собственных полей не имеют. Они просто взаимодействуют с единым инерционным полем или с дополнительно стоками высокой частоты, и при этом получается эффект Кельвина, полное свечение и так далее, ну, то и там выявление болезней и так далее, и так далее. Найдена мягкая всенаправляющая тотальная сила, которая, так сказать, ведет нас в дальнейшее развитие. Вскрыта физическая сетевая логика эволюции по эрам, ритмам и так далее. Найден механизм циклического свертывания и развертывания в новых обличьях, тоже в это. Вскрыта двойная девятименность пространства и шестименность. Ну, времени написал я, но не совсем времени, а я бы сказал, темпорально-информационная шестимерность. Найдены квантовые потенциалы, и посчитаны, и рассчитаны и кванты, и субкванты. Значит, ну и так далее. Значит, вот теперь, значит, ну, найдена всеобщая формула взаимодействия, мебиусоподобный странный аттрактор и единый квант взаимодействия цикл. Определены вот силы и 108 возможных коэффициентов, а в действующих оказалось из них только 32. И 32 частицы родили они. Значит, ну и распределение энергии Вселенной определено. И другое. К чему можно приложить это дело сейчас? Ну, конечно, после еще многократной проверки, обдумывания и так далее, и так далее. Ну, первое. Можно, во всяком случае, рассматривается путь создания двигателей прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. Ну, создание двигателей с КПД намного больше 100% за счет подпитки рабочего агента из энергии вакуума. Ну, вакуума не шиповского, а вакуума, значит, энергопространства. Значит, ну, таких двигателей уже сейчас, по данным интернета, и так уже больше 70 видов создано. Значит, и КПД, ну, в нашем понимании, он не совсем КПД, а, значит, это колеблется от там 200% до 3500%. Значит, процентов. То есть в энергетике, вот тот энергетический вакуум, который сейчас создается, в нашем обществе, ну, в нашем, я имею в виду, в земном обществе, он легко преодолим. И я так думаю, что если бы не тормоза, которые установили нефтегазовые эти самые, причем они со всех сторон, то уже бы этот фактор преодолевался гораздо более быстрыми темпами. Связи.
создание информационно-гравитонных приемников и передатчиков. Значит, второе, создание торсионно-информационных приемников и передатчиков. Шипов и Акимов, и, ну, покойный Акимов, и их последователи начали создавать такие эти, но, к сожалению, у них не совсем получилось. Тот приемник, который они хотели запустить к Марсу, взорвался, вы знаете, так сказать, это самое, и это направление приостановилось. Значит, но в принципе, в данном случае Геннадий Иванович нашел решение. Другое дело, насколько оно конструктивно, значит, обосновано, это уже другой вопрос, так сказать, это. Создание всемирной паутины, воспринимающей информацию на акваинформационного поля Земли, о котором говорил Слесарев. Значит, мы, это будет наиболее гораздо эффективным, чем интернет теперешнего типа. Создание приемников-передатчиков, воспринимающих клеточную митохондрийную информацию. Значит, это вот по связи. По металлургии и наноиндустрии. Создание печей, использующих для расплава энергию, значит, вот нашего нулевого слоя по типу аппарата Вачаева. Вачаев создал аппараты для расплава, которые, ну, на мой взгляд, используют как раз эту, ну, будем говорить грубо, не понимая, откуда она берется, но факт остается фактом, что она берет откуда-то энергию, печь Вачаева, и, так сказать, это. Создание термоторсионных излучателей для формирования заданной структуры металлов, сплава и композитов. Ну, опытно, это уже давно доказано, что меняется структура, а вот сделать это направленно, с тем, чтобы добиваться, скажем, свойств титана напрямую от алюминия, я грубо говорю, это может быть и неосуществимо, но для примера говорю, это вот большое направление, которое предстоит еще, так сказать, использовать. Создание термоторсионных излучателей для наноструктуры, наноприсадок. Значит, честно говоря, вот когда я рассказывал во втором своем докладе, значит, о своих этих самых опытах взаимодействия с Роснано и лично с товарищем, известным всем, значит, с которым я трижды встречался, ну, он, конечно, применил излюбленную тактику либерастов, значит, Валентин Константинович, это большое дело, вы вообще такой-сякой, вон такой. Значит, высосали из меня по двум проектам досуха меня, вот чистую, все, что я знал и думал по этому. 6 томов по каждому проекту было написано. В итоге даже не сочли нужным в отказе, не сочли нужным, ну, грамотно отказать. Значит, ну, чтоб не утверждать фактов, которых не существует в природе. Значит, и это. А через 2 года мы увидели по одному проекту, что американцы уже начали, так сказать, нашим путем идти. Причем, ну, правда, мы тоже не все раскрыли Роснано, но дойдут. Раз начали, направление взято, дойдут. Мозги у них не хуже наших, дойдут. Медицина. Создание левосторонних приемопередатчиков торсионно-информационного пакетного излучения как преобразователь локального пространства времени и восстановление для восстановителей функций состояния органов, а также у ваших вовремя нераскрытых способностей индивидуума. Ну, вообще-то говоря, вот в течение нашего доклада мы это уже несколько раз слышали и видели. Значит, когда мы слышали об изменениях состава крови и активности крови лейкоцитов, и это под воздействием, значит, информационного воздействия, так сказать, позитивного, уже закругляюсь. Значит, ну, я мог бы гораздо шире таких примеров привести,
гораздо больше. В том числе и через воду, и через звук, и через это самое. Таких механизмов уже создано достаточно большое количество. Информатика, создание квантовых компьютеров, создание мозг-андроидов, создание онтологических метакомпьютеров на базе подключения через атмосферу Земли и акваинформационное поле через Луну. Экология. Вот по экологии мы как раз это второй проект предлагали Роснано. Значит, вот я почему заинтересовался сообщением вот студентов из Перми и из Томска, я прошу прощения, что они пошли по нашему же пути. По нашему пути, только они приостановились, на одной трети пути прошли, а дальше приостановились. Мы нашли, они применяли для опилок и бурого угля, а мы для переработки мусора применили это же направление. Но при этом мы дошли до этого, что мы вышли на изготовление метановой кислоты, которая очень нужна и которая очень мало производится в мире и очень дорогая у нас. А у нас она получалась в 6 раз дешевле, чем закупают наши предприятия, скажем, у Финляндии, у фирмы Кемера или у других, так сказать. Экология, так, я говорил, информатика, бисфреоновые охладители-нагреватели, ну и так далее, и так далее. Кремниевые углеродные изотосторы и другие. Спасибо. Я немножко даже так перебрал. Ну, это ничего страшного. У нас нету Чихару-сану. Значит, следующим, может быть, и Петров будет докладывать. А я могу вам еще что посоветовать. У вас своего рода классификация линейная. Вы показали две линии понятий о реальности и абстрактных понятий. Реальность, она, я полагаю, и вы сами говорили, фрактальность. Да. Фрактальность – это, можно сказать, матрица. Матричный фрактал. Вот попробуйте поработать в алгоритме матричного фрактала, универсальной матрицы. 6 типов на 5 элементов, ну, на 5 строк, так сказать. И тогда получится и эволюционность отобразить в каждой из матриц фрактала, и в каждом из уровней, стадий в каждой матрице. Да. Спасибо. Спасибо. Один вопросик тогда. Вот, пожалуйста. Я бы хотел спрашивать, какая энергия фотона или лучше для какого уравнения вы ее рассчитаете? Если это для уравнения Планк-Эйнштейна как продукт константы Планка и частоты, вас можете вы сказать, что это частота фотона, потому что частоту фотона никак не сумеем измерять, и мы умеем измерять только волновую длину фотона. Спасибо. Спасибо. Значит, за вопрос. Вот в одной из этих, в шестом приложении, сейчас вот я к нему иду, там четкие ответы на ваш вопрос даны, ответы. То есть, коллег, и энергия фотона определена, и частота его определена, и это. Сейчас я шестое приложение найду. Ох ты, Господи, я куда-то ушел. Извините, я тут это... Значит, то есть, еще раз повторяю, не только фотона, но и его составляющие, фотофанона там определены. Сейчас буквально, так сказать, это, извините, пожалуйста. Сейчас вот шестое приложение. Вот она. Таблица параметров торсинформов, фанонов, нейтрино, гравитонов, фотонов и фундаментальных частиц. Вот открывайте фотон, вот его энергия определена 0,162, ну и дальше на 10 минус 11 степени джоуля, ну и там и
в мини-эрах есть. Значит, классический радиус, масса определена, заряд его определен, поступательная скорость определена, частота осевого вращения, частота орбитального вращения, киральность определена и спин определен. Спасибо. Все есть в этом. Спасибо.